Напередодні професійного свята міліції у Гомельському палацево-парковому ансамблі узнагородили лепших правоохоронників регіону. Супрацовники міліції з усієї Гомельщини отримали заслужені узнагороди з рук старшині Гомельського облвиконкома Геннадія Солов'я, а так само начальника обласного управління внутрішніх справ Олександра Васильєва. Яны різних званняў, у кожного свой стаж праці у силових структурах, але їх об'єднує щира данасць нелегкой справе – оборонять закон. Геннадій Солов'єй пожадав міліціонерам завсёды заставаться тривалими и мужными на користь родной Гомельщине. Вы предали присяге. И сегодня та работа, которая вами проводится на благо нашего народа, на благо нашей Гомельщины. Поэтому пожелаю в этот день вам всего самого лучшего, крепкого вам здоровья, вашим семьям, благополучия. И чтобы наши игроки не сотрясали никакие ни катаклизмы, никакие те проявления, которые имеют место. Потому что благодаря вам мы им спокойствие на территории Гомельской области и в целом нашей республики. Узнагороди, які отримали правоохоронники, не тільки місцевого, але і республіканського значення. Гэта стимул не спиняться на досягнутым. Міліція – це знаменосець правоохоронительной системи в цілому. И сотрудники органов внутренних дел Гомельской области будут продолжать с гордостью нести этот штандарт закона, который нам доверило общество и государство. Для меня лично находиться в этом зале среди награжденных – это большая честь, потому что здесь собрались лучшие и достойнейшие из милиционеров области.